Ира, почему ты не снимаешь, как ты в огороде что-то делаешь? Я тут на пару секунд покажу себя в купальнике до пояса. И уже куча хейта. А в огороде я люблю в купальнике работать. Вы представляете эту картину? Что будет под видео, если я поставлю? Не, ну просмотры, наверное, набегут. Ира в купальнике что-то делает. И комментарии набегут. Как бы для продвижения канала это очень хорошо. Но огород – это моя медитация. Я не люблю, когда я что-то делаю, а на меня кто-то глазеет, меня кто-то отвлекает. У меня свои мысли в это время. Я о чем-то думаю. То есть это мое такое время. Вот никто так хорошо не работает в огороде, как Ира после того, как почитала комментарии. Я прям идеально потом все просыпаю. Так что, извините, огород. Это мое личное. А если вам интересно посмотреть, как Ира с Валерой что-то сажает, то есть вкладка «Сад-огород» на Big Family Vlog. Там куча полезностей, кстати. Как что сажать, как что удобрять. Море всего. Заходите, смотрите. Добро пожаловать. А вот с камеры я люблю прогуляться по огороду, когда уже у меня красота. Нет у меня помощников, которые мне это все помогают, сорнячки убирают, все сама, все своими ручками. Об этом говорят мои руки. Вот мои трудовые руки. Об этом они говорят сами за себя. Что, кроме меня в моем доме и саду, ну, меня, Валеры, мне никто не помогает. Нет у меня помощника, помощницы, все сами. Я вот люблю прогуляться и вам показать уже после того, когда я что-то поубирала. Люблю какие-то там советы дать по поводу, да, базилика, чтобы он кустился и наращивал красивые листочки. Не давайте ему цвести. Вот, смело обрывайте его на салатики. Чем больше мы его щипаем, тем больше он красивее. И будут классные, насыщенные кустики, сочные. Особенно для песто. Вообще красота. Это я не успеваю еще его щипать. Надо еще щипать. Вот, уже цветочек хочет появиться. А нельзя. Он заберет силу. Не будет листвы. Надо смело вот это все срывать и не бояться. И потом будет сочная зелень. Про огурцы смешно читать. Ира, ты что, каждому по кустику насадила? Да, каждому по кустику насадила. Вот. Тут у меня 6 кустиков. Маше, Даше, Марку, Кире, Оле и Николе. Вот этот рядочек для Валеры, этот рядочек для меня. А тут, если взойдет, то для гостей будет. Каждому по чуть-чуть. Ира дала горсть детям голубики, но пока она по чуть-чуть созревает. Вот. Много не сорвешь. Вот. Так и получается, горсть пока. Но придет время, и будет больше. И будет больше горсти. Вот веточка аж упала. Всему свое время. Вот такая красота. Она как-то так созревает неравномерно, постепенно. Ой, аж падает эта веточка. Ну, не объесться, но поесть хватит. Вот я с Валерой себе оставила вот этот кустик. Мы с Валерой едим его.
сказала детям, вот этот кустик мамин и папин, а вот эти два, три ваши. Тут смело кушайте, объедайте. А тот кустик маме-папе, потому что нужно не только о детях думать, но и про себя не забывать. Очень полезно для зрения голубика, и он антиоксидант хороший, поэтому взрослым тоже полезно, особенно у Валеры сейчас с возрастом зрение падает, да, после 45 зрение у всех падает. Я, как много рожавшая, тоже мне, да и очки ношу, тоже мне полезно. Тоже про себя не нужно забывать. Детям нужны здоровые родители. Так что смело беру и ем. Без угрызения совести. Какая я молодец. Вырастила такую вкусняшку. Ням-ням. Ну да, интересно. Еще рядышком, да, грядку голубичную построить, а горку развернуть. Да, возможно, да. Возможно, вы правы. Надо подумать. Потому что нужно обязательно сажать голубику. Она очень полезна. Она выводит столько нехорошего из организма, что нужно сажать обязательно. А у кого есть возможность покупать, покупайте. Не жалейте денег на голубичку. И клюкву тоже покупайте, запасайтесь на зиму. Вот мой вам совет. Я не люблю никому советовать, честно. Но так от души скажу, что мой вам совет. Клюква — это лучшие лекарства для детей, когда температура у них. У меня 6 детей, и когда у моих деток температура, я сразу даю клюкву перебитую. И температура к ночи падает. Ну, если уже не падает, то, конечно, без жаропонижающих не обойтись, да, если там уже за 39, то, конечно, надо уже помочь жаропонижающим. Но я заметила, что когда даю клюкву деткам перебитую, я не сбиваю температуру до 38,5. Детям температуру я не сбиваю. Организм должен сам побороть вирусы эти всякие. И вот во время вот это 38,5 я даю клюкву пить детям. И, как правило, к ночи она и падает уже. И не надо ничего давать жаропонижающего. А раньше, наоборот, когда я давала жаропонижающие, то хватало что-то на 3 часа, потом ночью опять подымалась, да еще больше подымалась. Ты не спишь целую ночь, вот это с градусником бегаешь. Ну, ужас, я как вспомню. А вот когда начала клюкву давать деткам вместо жаропонижающего, то и ночи спокойные, и дети спокойные, да и взрослым полезно. Я говорю им, меня не кормите. Они ходят, собирают смородину, меня кормят. Я говорю, не кормите меня, сами кушайте. Я вот уже какая, она витаминизировалась. Какая я пухленькая. Это вам надо кушать. Смородину уже едим. Черная такая смородина. Ёшка вроде бы. Ёшта вроде бы так называется. Такие длинненькие. Созревает. Мороженую варю на компот. Старые. А свежую пускай сами кушают. Кир, а потом принесешь книжку и будем дальше читать. Хорошо? Тут так на улице хорошо, спокойно. Кто будет читать детям книги? Дети сами будут читать книги.
У нас Марк читал книги для Киры и Оли, да? У нас это нормальная практика. Когда не было кому читать, читала я. Маше, Даше, Марку читала я. А потом, когда дети начали подрастать старшие, они меня заменили. Да, и они читают младшим. Так что у многодетности, ну, очень много плюсов. Что это? Оля, а как ты будешь учиться, я понятия не имею. Ты такая стеснюшка. Кира не такая стеснюшка. Кира и отвечает нормально на уроках. Что ее не спросят. А эта стеснюлька, хотя умная, она считает, цифры знает. Буквы тоже знает. Вот, только стеснюшка. Что ты такая стеснюшка, скажи? Я узнала, не знаю. Этого цветка. Мало водички. Похожи Оля с Кирой? Нет, поведение нет, всем нет. А помнишь, как ты пела на этой скамейке песню? Сама сидела, сочиняла песни. Ей было 3 годика. Я лаванды нарвала, она сидит с букетом, нанюхалась и поет. А все, что нужно для любви, каблуки. Такая малеха классная. Нам надо каблуки. Каблуки нам надо, да? Для любви. А, Оля, что ты пела, когда Оля родилась, помнишь? Баю-бай, баю-бай. Я теперь баю-бай, ты кака. Качала-качала, люли-люли, баю-бай, баю-бай. Потом, ты кака на нее как скажет. А еще она качала и спрашивала, а где Люда, а где Люда, а где Люда? А где Люда? Баю, 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 баю. А где Люда? А где Люда? Когда? Во. А где Люда? Где Люда? Люда. Кирюшка маленькая была, Олечка в колясочке, и она качает ее в коляске и поет. А где Люда? А где Люда? Почему я должна нянчить? А где Люда? А потом ты кака. Вот выненчила себе, да? А говорят, Даша выненчила. Неправда, да? Ты выненчила Олю себе. Кира выненчила себе Олю. Она с ней игралась. Она помогала маме, памперс приносила, уносила. Смотри, как папа там что-то делает. Да, да. У меня было Кира очень любила Олечку, так ее нянчила. Но она выросла такой. Выросла? Это ты ее такой воспитала? Нет. Что вырастила, то есть. Нет. Да? Ольга. На последнюю себе. Оля, а помнишь, как я мы на море ездили? Стоять, а? Олю ни с кем нельзя было оставить. Дети в школу ходили. Мы с Олей на море ездили. Морские влоги снимали. А чтобы доехать, нужно было купить ей булочку, чтобы она в машине не плакала. А этих всех развозили. Школа, садик. Модель? Ты модель? Хочу стать. А вот еще одна модель на подходе. И еще одна модель. А Даша, она еще не определилась. Сейчас Даша, если выйдет, мы зададим ей пару вопросиков. Ну что, мы ждем вопросы. Кира, ты будешь отвечать на вопросы? Да. Да. А Ольга, ты будешь? Ты будешь танцевать? А на вопросы будешь отвечать?
Ну, мама будет задавать вопросы, а ты будешь отвечать. Угу. Хорошо? Ну, давай, танцуй. Давай. Хорошо танцуй. А погано ставил. А ты пой, Кира. Оп, оп. Оп, оп. Опагана ставил. Оп, оп. Сидим, наслаждаемся вечером. У нас каникулы. У детей каникулы и у родителей каникулы. На море, это я спросила у них, куда бы вы хотели на каникулы поехать? Они говорят, на море хотим. Но море пока, конечно. А еще куда хотели бы поехать? Я? Да, вот сейчас каникулы. На море. Куда? На море? Я хочу. Куда? На море. Повторюшка? На море. Не, а еще бассейн. В бассейне бы хотели, да, поплавать? Там нет. Хоть можно обойти, это скучно, только нырять и все. А вот в бассейне плавать и нырять. Угу. А если ты загадаешь желание, оно исполнится, как ты думаешь? Вот загадайте желание, мы хотим бассейн. Нет, мы хотим море. Ну, давай море пускай очистится. Сейчас оно немножко приболело, и ему нужно время немножко выздороветь. Давай пока загадаем другое желание. Ну что, загадывайте желание? Какое? Хочу. Не загадывай секрет. Все, они не рассказывают свои желания. Все. Нельзя говорить секрет, это не исполнится. Хорошо. Но ты загадала? Все, загадала. Забагадаю тебя. Ой, осторожно. Я им придумала вот этот пенек с домиком, и никто не играет. Почему не играете? Потому что, я говорю, вот пенечек. Придумала им игру. Как в Симсах, девочки. Знаете? Как в Симсах. Все, Симсы, давайте этих персонажей приносите. Бегом. Короче, придумала я им игру. Вот вам домик. Придумайте персонажей. Ходите в гости. Купайтесь в бассейне. Что-то играйте. А нет, им интересно в эти интернет-игры интересно. Сидели бы целый день и игрались. Сквозь судьбы километры, через тело.